Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео, дорогие друзья, я расскажу ваш гороскоп на январь 2024 високосного года. Ну что, дорогие, поехали! Итак, дорогие козероги, во-первых, хочу поздравить вас всех с днем рождения. Вы запускаете свои соляры с конца декабря. Новогодняя пора и по классике. Это ваш месяц. Это месяц, когда у вас будет много чего получаться. Месяц, когда вы, как говорится, как на своей волне. И на самом деле, те козероги, которые родились в январе, вы прям почувствуете, что месяц тот, который вот прям вот ваша энергия, спокойствие, когда все идет как надо, по плану, когда вот нет вот этого бездумного фона по сторонам, да, вы это ощутите, и будут складываться события, как хотите вы. Конечно же, стоит ли мне говорить, что именно в этот месяц звезды как раз-таки на вашей стороне, и планеты в этот раз тоже выстраиваются для того, чтобы, ну, поздравить вас, как говорится, поддать много событий, да, и для того, чтобы вы опять встали в свою колею и пошли куда нужно. Дорогие мои, от себя хочу сказать, чтобы вы принимали решения, решения четкие, решения ответственные, и понимали, что нет для вас тяжелого пути, потому что, в принципе, быть козерогом — это уже тяжелый путь по жизни, поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от ответственности, идите гордо своим путем и понимайте, что, ну, вы молодцы, потому что быть козерогом, я считаю, это такая очень сложная карма, да, поэтому соответствовать настоящему козерогу, быть трудолюбивым, ответственным, да, то есть быть в прямом смысле как скала, как кремень, это, ну, очень сильно. Поэтому, мои дорогие козероги, я вас обнимаю и желаю, чтобы вам хватало тепла, любви и обнимашек, потому что на самом деле это то, чего вам так не хватает, да? Любви, дорогие мои любимые козероги, потому что все остальное вы сможете сделать и заработать, и построить, как говорится, и все у вас будет. Ну что, а теперь, собственно, гороскоп, да? Год начинается, 2024, с напряжением между вашим прямым управителем Сатурном с Венерой. Это квадратура, когда сложные взаимоотношения с партнерами, да, нехватка финансов, то есть вы будете понимать вот эту вот историю, когда складывается не то, как хотелось бы, да, и здесь, конечно же, эта история продлится первая неделя января. Она будет такая достаточно фонящая, да, поэтому здесь постарайтесь не ругаться, не обижаться, это все временно, это все пройдет, это все ни о чем по сравнению с тем, какой план у вас на эту жизнь, что вы хотите сделать, реализовать в глобальном таком плане, да, поэтому, ну, мои дорогие, потому что вторая, третья и даже четвертая неделя января для вас будут складываться, ну, классным образом, я бы сказала, наилучшим образом, потому что сказать, что для вас будет сложный январь, нет, месяц для вас сложится как нельзя лучше, и здесь история такая, что, мои дорогие, да, загадывайте желания, обязательно стройте под это план, и понимаете, что в 2024 году будет события происходить гораздо быстрее. Начнутся они, конечно же, быстро меняться с конца января. У нас разворот Урана, да, из ретроградного движения он идет директно, и плюс у нас в 20-х числах 23 января Плутон выходит из вашего знака и переходит в знак Водолей, да, и это свободная история без Плутона, конечно же, освобождение такое от силы, от давления, перейдет в водолейскую историю, то есть развитие мощное будет глобально идти уже там, то есть с давящим таким подтекстом, да, конечно же, и вам
будет такая, выдастся энергия освобождения, да, я хочу сказать. Для кого-то это будет хорошо, наконец-то, кто-то вздохнет и скажет «Ура!». Для кого-то скажут «Нет-нет-нет, я еще не успел пожить там, в той реальности, в той жизни». Но еще на самом деле будет время весь 24-й год устаканить все свои дела. Просто в январе этот переход очень такой будет казаться мощным, жестоким немножко, потому что Солнце переходит, меняет знак разворот Урана, и Плутон меняет знак, да, то есть из вашего выходит Водолей, все. И здесь такая история, что слишком много планетарных событий сразу, и естественно, вы ощутите. Те, кто не держится за старое, будет хорошо, кто идет в развитие, развивается, не боится, тем будет прекрасно. Кто держится за старое, конечно же, будет жалко, обидно, переживать, будет ощущение, будто бы сил не хватает, бросить все старое, старые проекты. Да? Для чего все это происходит? Для того, чтобы начинали жить по-новому. То есть, как говорится, когда мы не хотим жить, начинать по-новому, а варимся постоянно в старых обидах, переживаниях, в старых проектах, в старых делах, которые уже вот столько раз не получились, и мы не можем понять, почему они не получились. И вот постоянно туда возвращаемся и пытаемся вот сделать то, то, то. Но может быть просто это та история, от которой необходимо отказаться и понять, что вы ее переросли, да, то есть здесь история в работе, в проектах, то старое, что пытались уже много лет завести, как говорится, да, ну просто уже не едет. Поэтому, ребят, понимайте, что в работе, если начинает не идти, беритесь за новое. 100% вы знаете, что новое вы хотите делать. 100% вы знаете, как вы хотите жить. 100% у вас есть на это план. Есть даже несколько ходов действий, потому что вы козероги. Если же это не про вас, ну тогда, ребят, почему вы не козероги? Настоящий козерог, он продуманный и знает, что делать. У него всегда есть пути отступления на случай какой-то глобальной, непонятной неразберихи. Да? Кстати, фоном начнут отсвечивать события конца января про неразбериху, да, как раз таки Уран будет разворачиваться и будет такая фонить неразберих от людей, поэтому понимайте, что люди будут слегка притормаживать, летать в облаках, да, поэтому здесь история вот такая, не рассчитывайте на других, рассчитывайте на себя. В целом и по прибыли, и по работе первая неделя января сложноватая, в принципе, для работы, для вообще каких-то договоренностей. Там и ретроградный Меркурий еще докатывается, там и ретроградный Юпитер разворачивается. Да? То есть, видите, у нас какие... Январь богат вообще, в принципе, на планетарные события, поэтому вот эта энергия будет фонить. Что хочу сказать... Вторая, третья неделя в работе все хорошо, и четвертая неделя хорошо с прибылью, хорошо с деньгами, хорошо с вложениями, хорошо с пиаром, с рекламой, продвигать свое дело, свое новое дело продвигать вообще прекрасно и замечательно, заниматься нечто новым, заниматься обучением, образованием, это все хорошо, заниматься поездками тоже хорошо, заниматься старыми делами, которые приносят радость и деньги, и прибыли, и красоту, и вообще все бьюти сферы, индустрия, это тоже все прекрасно, это все шикарно, работайте прекрасно, денежки будут, естественно, у тех, у кого работают, понимаете, дорогие козероги, что у вас деньги не приходят вот прям легко, вот подумала, намечтала и пришло, ну такого нет, понимаете, вы козероги, вы родились таким знаком зодиака, которым легко даваться не будет, ну вот если вот вы просто вот думаете, что вот оно дается легко, да, подумала, ох, и сбылось, ну только, конечно, если у вас в натальной карте очень сильный и прокачанный Нептун, да, тогда, если вы козерог, тогда да, бывает такое, плюс еще там два указания, там, например, Венера в рыбах, и вы умеете очень классно визуализировать, тогда да, может и так и быть, да, или там вы всю жизнь к этому шли, и сейчас начало сбываться, но тогда это скорее, я скажу, причинно-следственные связи, то есть вы очень много-много вкладывали, и потом получаете такие прибыль, там, дивиденды от своих вложенных усилий, да. То есть я не могу сказать, что вот у козерога в жизни она такая простая и легкая, ох, захотелось и получилось, да, а обычно козероги захотелось и, боже мой, зачем захотелось, теперь
теперь придется пахать, меня не отпускает эта идея, я пашу, делаю, достигаю, и потом получаю. Ну, вот это по козерожьей история, да, поэтому здесь, пожалуйста, мои дорогие, понимайте, что, ну, если у вас не получается вот идти старым путем, да, значит, возможно, туда не надо. Возможно, оно, история уже закрытая давно, да, возможно, она история, которая уже себя отжила, но вы не хотите сдаться, ее пережить и отпустить, ну, потому что это же нужно там признать какие-то свои ошибки, да, что для козерогов это вообще карается, да. Поэтому ни в коем случае не будьте жестоки к себе, поймите, что, ну все, надо начинать вот жить вот по-новому, вот, вот что хочу, то делаю, нарисовать глобальный план как минимум на год, потому что это ваш соляр, вы запускаете свой персональный год, и его нужно встретить ярко, его нужно встретить мощно, его нужно встретить активно, его нужно вот прям запустить как следует. Да, это относится и к декабрьским, кто еще успеет посмотреть, да, и январским козерогам. Поэтому, дорогие мои любимые козероги, запускайте, делайте как можно больше вы можете, потому что открою небольшой секрет. У любого, вообще в принципе, у любого знака зодиака максимально вариант событий, который проиграется в жизни, или максимальное количество событий, которые с нами случаются, они всегда случаются в районе запуска соляра, ну то есть в районе персонального дня рождения, там 40 дней до, 40 дней после. Поэтому да, вот такая интересная история вот происходит, и вот куда ни плюнь, сколько я соляров тысяч в своей жизни не открыла, да, я каждый раз вот, мне говорят, почему постоянно на день рождения, я хочу отдыхать, отмечать, классно встречаться. Я говорю, ну так потому что энергии перед днем рождения много, у тебя работает энергия и прошлого года, которую ты там не израсходовал, она сюда пришла, да, и энергия вдохновленная, такая новая, будущего года, да. Конечно, бывает, что этот год заканчивается, прошлый год заканчивается, и энергии вот прям таки еще много-много, а будущий год фонит событиями, которые как бы не очень. И тогда в прямом смысле я говорю, так, ты быстрее сейчас делай что-то, вот что-то сейчас делай для того, чтобы скомпенсировать вот события будущего неприятного года. И человек вот начинает, вот это слышите, начинает прям активно заводиться, действовать, и тогда будущий год, в котором события были не очень, он их скомпенсирует, то есть высвободит большое количество энергии для того, чтобы как раз таки не произошло там много. Естественно, когда у козерогов очень много неизрасходованной энергии, что делается? Ну, начинают вот что? Самое сложное, самый тяжелый механизм в нашем организме, да, это опорно-двигательный аппарат. Он начинает в прямом смысле барахлить. Это когда энергии слишком много, человек ее никуда не девает. При этом, дорогие мои друзья, начинают сыпаться зубы, если мы не отстаиваем свои границы. В прямом смысле не можем ртом сказать, что мы хотим и делаем, да, поэтому отслеживайте по себе, дорогие мои любимые козероги, что не так с вашей жизнью, почему не так. И в основном болит позвоночник, когда мы не можем отстоять свой хребет в прямом смысле, да, ну вот это если вот прям по-честному, да, поэтому, да, основное качество, конечно же, козерогов, которое должно быть всегда с вами, это честность и честолюбие, то есть все делать по чести, и тогда все максимально будет хорошо, но самое сложное, это быть честным с самим собой, вот прям не врать себе вообще нигде, сказать, некрасиво сделал, некрасиво, все переделал, сделал как хотел, нет, вообще не как хотел, хорошо, ладно, что надо сделать, чтобы получилось вот так, то есть, поэтому, дорогие мои козероги, трудитесь, работайте, зарабатывайте сколько вам можно, стройте свою жизнь, потому что основная история козерога – это строить. Строить жизнь, закладывать фундамент для себя, для будущих поколений, строить бизнес, карьеру, работу, строить взаимоотношения с людьми. Да, вот такая вот интересная философия знака зодиака, которая обязательно приводит к результатам. Но у козерога есть такая фишка –
Если козерог пашет, если вот он честно работает, он всегда получает то, зачем шел. Это вот такая философия. Это вот, ну вот не как близнецы, которые вот везде-везде летают, распыляют, и в итоге, в конечном итоге могут получить воздух, да? А вот козероги, они получают нечто осязаемое, то, зачем шли, материальные блага, социальный статус. Это нечто видное, это заметное, это такое основательное, да? Поэтому понимайте, ради чего трудитесь, куда идете, зачем идете. Да, страшно. Ну, правда, страшно. Но я вам хочу сказать, что звезды в январе абсолютно на вашей стороне. На самом деле классный гороскоп. Классный гороскоп, если делать, особенно если под этот гороскоп начинать прям вот делать, потому что будет даваться легко. Вот прям вот легко будет идти, хорошо будет, будет идти, да. Нет напряженных аспектов у ваших управителей, ну разве что у Урана так слегка чуть-чуть, да, то есть там он разворачивает. Но в целом я хочу сказать, нету напряженки, есть вот прям все в зеленых аспектах, давай, бери и делай, и будет хорошо. Ну, первая неделя января, в личной жизни обиды, недоговоренности, так уладьте это разговорами, романтическими свиданиями, скомпенсируйте это, проводите время вместе, чтобы вот оно все было хорошо, чтобы вот личная жизнь, она вот не была сухой, вот такой вот теплой ее сделайте. Достаньте из себя вот все эти эмоции, скупую слезу, как говорится, козерожье. Я же знаю, что вы сильны, я знаю. И так сложно, так тяжело быть слабым. Ну вот в личной жизни не размякните чуть-чуть, дорогие козероги, да. И будет вам счастье, и хорошо. Потом соберетесь, и весь месяц будете прям трудиться, пахать. Вот что хотите, делайте, и будет у вас получаться. Здесь главное не залениться, и этот месяц не оставить без внимания. Потому что обычно, когда на небе много гармоничных аспектов, есть такая история, что, блин, если обстоятельства не толкают, да, как говорится, то тогда чем буду напрягаться, да, вот нет напряжения, ничего не делаю. Поэтому хочу, чтобы у вас не было напряжения, но вы делали. Это, конечно, сложно. Сам себя замотивировал, сам себя поднял, сам сделал, и такой, вау, как легко получилось, да. Вот в январе будет легко получаться. Обычно у козерогов, когда там все везде гремит, стучит, не получается, везде запрет, а козерогу надо пахать, бороздить просторы работы, да, своей жизни. А здесь в январе будет легко. Поэтому, дорогие мои козероги, такой вот был, я бы сказала, легкий, облегченный вариант вашего гороскопа на январь 2024 года. Я желаю вам прекрасно встретить свои дни рождения. И я желаю вам отличного настроения этот месяц. Пусть вас не отвлекают фоновые события и бестолковые дела людей вокруг. Делайте толк из своей жизни, идите в своем направлении, потому что 2024 год – это год, когда нельзя тратить время просто так. Дорогие, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике, если же у вас остались вопросы, оставляйте их здесь под этим видео. Только, пожалуйста, оставляйте дату, время, очень важно время вашего рождения и место вашего рождения. И обязательно сам вопрос. Отвечу, времени будет много, поэтому на связи. Если же ваш вопрос настолько личный, что вы не хотите его освещать при всех, в ссылке шапки профиля есть ссылочка на сайт, записывайтесь на индивидуальную консультацию до конца первой недели января, прекрасные цены праздничные, поэтому дерзайте. Ребят, спасибо, что были здесь. В конце по классике актуальные ролики, которые полезны, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!